сегодня присутствует в этом зале. Мы рады приветствовать вас на первом конкурсе. Первый конкурс этот проходит у нас в университете «Мистер ЧГПУ 2010». Сегодня мы опровергнем расхожее мнение о том, что ЧГПУ – это женский вуз. У нас есть мужчины, и лучшие из лучших стоят на этой сцене. Поприветствуем наших участников конкурса «Мистер ЧГПУ 2010». Номер один. Ярослав Аверьян, факультет народного художественного творчества. Номер два. Тимофей Рогнатюк, факультет социального образования. Номер три. Александр Бочков, профессиональный педагогический институт. Номер четыре. Николай Бессонов, факультет иностранных языков. Номер пять. Максим Воробьев, факультет информатики. Номер шесть. Андрей Бухолов, факультет психологии. Номер семь. Юрий Попов, математический факультет. И номер 11. Дмитрий Мельников, исторический факультет. Понимаете, конечно, девушкам это простительно, в силу своего возраста. Номер девять. Встречаем Владислава.